Доброе утро! Сегодня я покажу вам, как в домашних условиях приготовить два блюда, главным ингредиентом которых является куриное яйцо. Первое блюдо – яйцо бенедикт. Для его приготовления нам понадобится багет, яйцо, лук-порей, свежая зелень, сок лимона и бекон. Нарезаем хлеб. Далее нарезаем бекон. Берем наши желтки, добавляем в них 50 грамм белого сухого вина. Соль, перец по вкусу. Доводим все до однородной консистенции. Отправляем основу соуса на водяную баню. Сливочное масло необходимо растопить и охладить. Бекон, лук-порей, зелень и хлеб обжарить. Также в основу этого блюда входит яйцо пашот. Все ингредиенты готовы, начинаем выкладывать блюдо. В конце поливаем голландским соусом и украшаем веточкой тимьяна. Яйцо бенедикт готово, приятного аппетита! Приступим к десерту под названием сабайон. Для его приготовления нам понадобится 3 яйца, банан, киви, груша, виноград, ананас и сахар. Как в предыдущем блюде, отделяем желток от белка. Отправляем полученную смесь на водяную баню на 3-4 минуты. Нарезаем фрукты. Выкладываем нарезанные фрукты. Заливаем фрукты кремом. В качестве украшения используем тертый шоколад. На приготовление этого десерта в домашних условиях уходит всего 10 минут. Приятного аппетита!